А что ты пьяная-то в садик пришла? Успокойтесь! Что тут придете? Успокойтесь, на улицу беритесь! Что придете? На Медне дело было в прошлую пятницу. В детском садике Тракторозаводского района Челябинска подрались родственники одного из малышей. Воспитательница пыталась разнять дорчунов. Дети ревели, а родители других воспитанников схватились за мобилы. Нет, они не полицию вызывали. До нее дело так и не дошло. Они снимали прилюдные семейные разборки на мобилы. Вы что? Почему вы его не вынете? Полиция? Я ни на кого не кидал. Садите там, махайтесь, что хотите, сделайте. Родственный мордобой был отягощен тем обстоятельством, что родители того самого малыша в разводе, а его бабушка забежала в садик за внуком под шофе. Один из нечаянных свидетелей детсадовского непотребства позже в комментариях порталу 74.ru сообщил о том, что от женщины конкретный хмельной запах исходил. Она к внуку потянулась, но тот плакал и отошел от родственницы подальше. Отец мальчика попрекнул тещу тем, что она пришла за внуком пьяной. В ответ та его огорошила нецензурной бранью. А когда ее дочка, заметив включенную мобилу в руках кого-то из родителей, бросилась на бывшего мужа, теща пришла ей на выручку. Так утверждали очевидцы детсадовской потасовки. Воспитательница садика сообщила журналистам о том, что в тот вечер малышей в группе было уже немного, а затем мальчикам пришел отец. Мама всегда была против того, чтобы бывший ребенка забирал. Потому она и позвонила маме малыша, чтобы та была в курсе. Женщина вскоре пришла. Она долго о чем-то с бывшим разговаривала в коридоре. Потом родительница потребовала вызвать полицию. Вскоре появилась и бабушка малыша. И со словами, дескать, она прямо с корпоратива пыталась забрать внука. После словесной перепалки родственницы набросились на отца мальчика с кулаками. Че кидаешь? Че кидаешь? Хватит снимать. Ты пьянь, слышишь? Перестаньте! Так понятно, что потом все понимали, что... Перестаньте, пожалуйста! Здесь дети! Конечно! Еще и в суде покажу! Семейных скандалистов кое-как успокоили. Женщины забрали малыша, но осадок, что называется, остался. Воспитательница предупредила родителей, чтобы они между собой разбирались, не втягивая во взрослые склоки ребенка. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.